тема круглого стола технологии решения общественного контроля. Это и плюс еще технологические решения применения новых материалов в ходе реализации региональной программы капитального ремонта. И я считаю, что цель занятия сегодня достигнута, была очень активное участие. Мы проговорили о том, что как необходимо активизировать работу собственникам или уполномоченным представителям собственников квартирных домов по ходу реализации региональной программы. Целью сегодняшнего занятия ставилась одна – как правильно уполномоченным представителям собственников помещений на квартирных домах в ходе реализации программы правильно принимать дома после проведения ремонта по тем видам работ, которые определены. Мы хотим, конечно, чтобы приняли участие представители средств массовой информации обязательно. Мы хотим, чтобы приняли участие представители общественных организаций, жилищных объединений, потому что мы для них эту работу проводим. Больше того, мы сейчас приступили к разработке программы просвещения граждан, дистанционного обучения, сегодня об этом говорили. И мы надеемся пробировать это в ближайшее время. И это будет программа работы для всех жителей города Москвы. Уже сегодня видно однозначно, что по итогам форума мы будем полагать в резолюцию, это просветительскую деятельность. И сегодня на круглом столе, к сожалению, выступающие говорили о том, что просветительская работа слабая, недостаточно еще в городе Москве. И, к сожалению, не все жители, являясь собственниками помещений, активно участвуют в данной программе. А многие не потому, что они не желают, они просто не знают. Многие даже не понимают, что такое состав общего имущества в доме. А ведь в доме действительно очень много проблем, и капитальный ремонт домов как раз и проводится по общему имуществу. А наша задача – сделать его безопасным и комфортным для проживания жителей. И чтобы потребительская стоимость дома, его условия были как можно выше, и люди были довольны и проживали с удовольствием в этом доме.